Всем привет, меня зовут Руслан, и я, как человек, у которого есть интернет, смотрю очень много различных проектов, в частности на YouTube, и заметил, что в основном в роликах больше внимания уделяется людям известным, богатым, знаменитым. Я же решил в своем проекте рассказать о самых простых людях нашей страны, а именно о жителях поселков, маленьких таких вот населенных пунктов, и немножко показать, чем же они живут. Это мой новый проект «Несите». Как они так делают? Машины классные в поселке, а? Говорят, в поселках так себе жизнь. Есть тетрадочка, куда вы записываете долги? Как Знаменск вам? Нормально. Мне кажется, когда у тебя будет девушка, я знаю, куда ты приведешь в первую очередь. Ну, потому что ну, это прям реально очень, очень красиво. Побывали, кстати, почти в каждом доме, да? Да. У кого самый крутой дом? Провадские летние были? Да. Самое жесткое, что здесь происходило? На Новый год девушку застрелили. Это, короче, бывшая психбольница. Надо здесь как меднюху свою отметить. Да, камеру убили. А можно немножко пообщаться с вами? Не будете вы против? Вы не будете против? Говорю. Здравствуйте. Приехали в Знаменск просто показать жизнь людей вообще, чем здесь живут. Я сам приезжий. Мы с Мурманска приехали. Из Мурманска приехали сюда? Да. Давно приехали? Сколько уже здесь? 6 лет. Нравится вообще? Очень. Чем вы занимаетесь? Вот здесь ничем. Здесь работы нет, ничего нет. Камера зачем? Показать жизнь, снимаем. Меня-то не надо. Не надо себя снимать все это время. А можно чуть-чуть показать хотя бы как? Оля, тут да ты! А, господи, это же жизнь. Поэтому в этом-то и суть. Я сюда приезжал, там большая свалка на въезде находится. Как-то, есть такое. По старой дороге. Да, как-то это вообще влияет на поселок? Вот, какие-то моменты, когда там сильный ветер, не знаю, как-то вообще да вроде не доходит, не доходит. Ну, там поближе, может быть. А достопримечательности какие-то есть? Судя по всему, большой поселок. Я так понял, что здесь много чего есть интересного. Ну, вот я вижу здесь. Все равно дох она во время войны. Ничего не делают, ничего не создают, ничего нового. А так все утухло. Ну, ваше бы желание, вы бы вернулись бы в Мурманск? Просто. Да, ну, почему? Нет, там город, во-первых, уже порт весь разрушен. Угу. Весь его уже, как говорится... Успокойся. Ну, нравится вам? Никаких минусов вообще ну, не видите? Ну, не знаю, вот, сын жизни... здесь в Калининграде пожил. Угу. Вот сколько он пожил? Два? Кто? С нуля. 2 года. 2 года, говорит, ну, нафиг. Ну, если взял, вот... свалил все да. Обратно в Мурманск. В поселке, в отличие вот от города, какие плюсы вы могли бы выделить? Здесь спокойно, тихо. А минусы есть какие-нибудь? Работы нет. Почему именно вот выбрали вот Калининградскую область? Понравилось? Да, не то, что понравилось. Мне так не очень. Мне все равно. Я полмира проехал, мне как-то ничем не удивишь. Но Знаменск в списке всех мест, где вы объехали, на каком месте находится? На первом? Ну. Внизу где-то таблица. Так себе. А чей портрет там нарисован? Это для девочки. Она тут приходит и рисует. Вас, может быть, нарисовала, нет? Ну да нет. Нет, там волосы есть просто. Нет. А, точно. Снимаю про поселок. Я знаю, я видел ваше видео. Вы отсюда, да? Из Знаменска. Что вообще можете рассказать про жизнь именно в поселке? Что вообще можно делать? Гулять. Что вы гоняете на мопеде? А прокатить можно? Поехали. Давай. У нас сейчас скутер сломался, у него скутер очень быстрый, клевый. Давай. Что-то Знаменск будет, Да. Смотри, какие машины классные в поселке, а? Говорят, в поселках так себе жизнь. Твоя, да? Да. Ты будешь ждать? Ноги ставьте вперед. А? Вперед ноги ставьте. А что, девчонки клюют на мопед? Нет. Нет? Дальше пешком. А родители чем-то занимаются здесь? В Знаменск имеете в виду чем-то? Ну да. Ты же семья у тебя. Гуляют по вечерам.
Ну, когда уезжает, ты там тусовки дома устраиваешь? Нет. Давай, рассказывай. Нет. Смотри, купаться запрещено, написано. Да. Че, народ сегодня купается? Да. Вот как раз про Знаменск снимаем. У тебя есть девушка? Нет. Мне кажется, когда у тебя будет девушка, я знаю, куда ты ее приведешь в первую очередь. Ну, потому что, ну, это прям реально очень, очень красиво. А почему? Да я видела ваши передачи, спасибо. Да это другая передача. Просто про Знаменск спросить, как вообще поселок, вообще как здесь жизнь, все ли здесь хорошо. Знаменск вообще прекрасный поселок. Можно один вопрос? Есть тетрадочка, куда вы записываете долги? Или уже нет таких поселков? Уже нет. Все, нет. Даже безналичного расчета нету. Тетрадка и была же безналичным расчетом раньше. Только что женщина вторая, которая работала в магазине, не захотела с нами общаться, потому что подумала, что это окей, Гурьевск, и мы что-то будем стебать. А? Ну, да. Что-нибудь расскажите, может быть, про Знаменск. А что надо сказать? Что-нибудь вообще про Знаменск. Мы в связи работаем, ну, кабели восстанавливаем. Вам здесь нравится? Все хорошо? Ой, или... отлично. Я здесь живу 20 лет, и мне нравится. Хорошие люди, общительные. А вот только что с нами женщина не захотела общаться из магазина. А почему не захотела? Не знаю. Ну, зря. Говорит, мы шутить там будем. Не захотела. Нет, ну, шутки тоже можно пошутить. Пошли, хорошо. Да? Все, да. А вообще, как вот вам жить в поселке именно? Потому что старые, нам уже все равно. Это молодежь у нас? Ну, конечно, работы нет, да, здесь. Ну, вот мебельная фабрика у нас есть. У вас есть работа, видите? Ну, у нас-то мы связи работаем, у вас есть связи. Многих вообще здесь знаете? Ну, почти всех. Мы заводим связи, мы почти всех знаем. Вы побывали, кстати, почти в каждом доме, да? Да. У кого самый крутой дом? Вот, видишь, самый крутой. Вон там, видишь, он на той стороне реки. Вон. Там проводили связь? Нет, туда еще не проводили. Вот поэтому они там отдельно и живут, не знают. Это Шенгада, депутат там какой-то. Ну, честно скажите, у вас дома самый лучший интернет? Да? Да вы нет, же, нет. Вы же себе нет, самый нет, лучший. Нет. Как рыбалка? Нормально. Ты лицом не поворачивайся, а то посадят. Все, мы судьбоносный проект. Раньше было тут хорошо, тут раньше было 4 предприятия. Бумажная фабрика, которая кормила весь район. Ну, 20 тысяч здесь хватает для того, чтобы вот прожить, допустим, в таком месте? На неделю хватает. 25? 20. Раз, ты что, 20 тысяч получаешь? Ну... А вы не знали? Не знали. Нет, 18, у нас одинаково класс. Проговорили сейчас. Что для вас вообще жизнь в поселке? Чем вообще здесь можно заниматься? Ну, здесь много секций. Например, как борьба. А вы, получается, чем занимаетесь? Ну, моделью, легкой атлетикой занимаюсь. Модель? Ты так сказала, что типа... Ну, моделью. Ты единственная модель? Нет, вон там девочки, они тоже модели. Ну, что-то вас держит, может быть, здесь? Почему вы там не уедете куда-нибудь? Ну, здесь дружные, как бы все друг друга знают. Это, кстати, плюс или минус, что все друг друга знают? Ну, это плюс и минус, потому что сплетни много распускаются. Ну, конечно. Про вас какие-то сплетни были? Да. А что, какие сплетни могут быть? Модели. Что с этого? Ну, завидуют, может быть. Много народу вообще вот в это время гуляет? Или вечером может появиться? Да, вечером. Или очень много вечером. То есть нам чуть-чуть подождать, и мы увидим настоящие Знаменск, да? Да, будет даже разборка. А где это вообще? Где это? Ну, где народ в основном тусует? Они как бы вот здесь ходят. Все, то есть это будет самый первый и последний выпуск? Не знаю, скорее всего. Как они на камеру будут реагировать? Нет, ну просто это будет для всех удивление, то, что вы с камерой идете. Жизнь в поселке вообще сильно отличается вот от жизни в городе? Ну, конечно. Свежий воздух, очень хорошо здесь живется. Некуда сходить. Некуда, да, денег потратить. Кстати, да, была бы возможность, свалили бы отсюда? Да, конечно. Была бы возможность. Даже не раздумывая. Да? Серьезно? Ничего здесь по факту ничего такого не держит? Жизнь, но вот... Скучно. Только, да, скучно. Вот вы как, вот когда гуляете, куда вы обычно ходите? Просто гуляем. Просто ходим, гуляем. Парни, как у вас дела? Как, все хорошо? Как Знаменск вам? Нормально? Нормально. Такие мысли, да, у них? Да, конечно. Спрыгнуть, не спрыгнуть? Наоборот, хорошо, да. Спрыгнуть, не спрыгнуть? Нет, я имею в виду рыбалка. Какую-нибудь историю можете рассказать? Что-нибудь здесь такое самое жесткое, что здесь происходило? На Новый год девушку застрелили. На Новый год? Да. Прям где-то на площади, прям где-то, или как, в клубе? Да, вот. В клубе, можно сказать. То есть это кто-то прям из местных, у кого-то было? Там какой-то. Ну все разрулилось там в итоге? Конфликт, ну как бы произошел, да, разрулилось, все нормально.
Ребят, вы из Знаменска же, да? Да. Местный. Что вообще можно сказать про поселок? Здесь нечем заняться. Вот мы реально, вот мы студенты, приезжаем на выходные и просто здесь что делать? Это, короче, считается, типа, самой главной достопримечательностью Знаменска. Да. По ощущениям, да. Оп. Это, короче, бывшая психбольница. А потом, после войны, здесь вообще ничего уже не было, да? Она так и осталась? Нет, или что-то было? После войны это военная часть была. Надо здесь как-нибудь днюху свою отметить. Так-то поселок нравится, почему нет? Нечего здесь делать в поселке. Ну, вот единственное, что скажу, для молодежи перспективы нету. Ничего толком не строится такого, ничего не... государство, так сказать, не, я так понимаю, не беспокоится о молодежи. Молодежи податься некуда здесь. Детских площадок, как таковых, нету. Дети бегают, как, ну, не знамо куда, чего. Ну, в целом, все равно нравится вообще жесть. Ну, здесь, да. Вы же живете тихо, здесь, спокойно, да. Вот я и ну, если бы, допустим, был бы вариант в городе жить, выбрали бы город или здесь остались? Ну, я бы в поселке выбрал, да. Я бы жил в поселке. Здесь спокойно и тихо. Ну что ж, дорогие друзья, сняли мы первый выпуск в поселке, который называется Знаменск. Как вы видите, позитивные люди на самом деле, в отличие даже от городов, когда мы снимали в проекте «Окей, Гурьевск», где, казалось бы, больше развлечений, больше возможностей для молодежи, все равно там даже люди отзывались о своих городах не так позитивно, как люди в маленьких поселках. Напишите в комментариях, как вам такой формат, что понравилось, что не понравилось. Это был проект «Не Сити». Все, пока!